Дивногорск встал на лыжи. Там устроили большой семейный праздник, посвященный зимним видам спорта. На него приехали в том числе и участники Олимпийских игр. Катание на санках, лыжах, спортивная эстафета. На стадионе Дивногорской школы номер 5 развернулся праздник зимних видов спорта. Кататься на лыжах здесь обучают олимпийцы. Советы дают, например, Николай Большаков, участник Всемирных игр, бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам. Сам он пришел в спорт еще в детстве вместе с другом за компанию. Сегодня есть желание и возможность как можно больше привлечь ребятишек к здоровому образу жизни. Возможно, кто-то из них станет олимпийскими чемпионами, но кто-то полюбит лыжные гонки навсегда. Этот спортивный праздник устроили компания N+ и «Русал». Благотворительный проект «На лыжи» охватывает практически всю Сибирь, Хакасию, Красноярский край, Иркутскую область. Проводят семинары для тренеров, учат юных спортсменов, обеспечивают экипировкой и для детей устраивают такие праздники. В общем, делают лыжный спорт популярнее, потому что он доступен, снега в Сибири хватает. Свежий воздух, общение с природой. Лучшего просто не придумаешь. И здоровее будешь, и добрее, в конце концов. Те задачи, которые стоят перед страной, без здорового поколения нового выполнить будет невозможно. Уже в следующем году эти занятия вместе с проектом «На лыжи» перерастут в большие соревнования. Отборочный этап детского кубка пройдет уже в январе. Владимир Богомолов, Александр Усатенко, «Вести Красноярск».